быть добровольцем – это нормально, это здорово, и это, на мой взгляд, должно быть нормой жизни. Люди разных профессий, возрастов с нами объединяются, потому что просто у нас есть общая цель, она им понятна, они разделяют наши ценности, и иногда для этого не нужны миллионы рублей, нужно просто желание людей и тот, кто их скоординирует и объединит. Я уже больше 14 лет занимаюсь благотворительными волонтерскими проектами и вижу проблему, иду и стараюсь ее решить. Зову с собой ребят, зову партнеров, и у нас получается решать точечные локальные проблемы. Но изо дня в день эти проблемы не заканчиваются, и дела у нас есть всегда. Для меня участие в выборах в Государственную Думу – это реальная возможность попробовать влиять системно на решение социальных проблем. Рассчитываю, что те проблемы, те вопросы, с которыми к нам изо дня в день обращаются наши благополучатели, наши подопечные, будут услышаны и на высоком федеральном уровне. Вот эта проблема невидимых стариков, которые остались одни, при этом они вне системы, в том числе социальной защиты, это вот такая болевая точка, и с ней очень важно работать. И эта проблема актуальна не только для города, но и для села, для наших районов, особенно отдаленных. Очень много людей покидают территории. Как только в доме никто не живет, да, вот всем это известно, он постепенно разрушается и умирает. Они вернутся в село, если там будут себя чувствовать так же комфортно и хорошо, как они себя чувствуют условно в городской территории. Моя главная задача – это не потерять себя и именно той, которая я есть сейчас, прийти в новую для себя сферу, которая называется политика.